Итак. Куллер против Килсона. Дум против Галена. Килсон тут за счет проскока будет ебошить сильно. Оп. Но тут Куллер все захавал. Сейчас будет убивать, наверное, его. Нет, не убивает. Что-то дал вы... дал шанс ему выжить. Куллер все сожрал на карте. И давит. Нахватался 60 всего, но все равно он будет давить сейчас после красного. Не попытался даже Куллера почему-то подрейлить Килсона, не знаю почему. И сейчас Килсон будет третий этаж контролировать. Нервничает. Смотрите, Килсон не попал в выстрел на джампаде, то есть он нервничает, он боится вначале, видите как? О, какие прострелчики. Прострельчики, смотрите, можно... Оп. И Куллер должен сейчас зажимать его. 100 на 70 всего у Килсона. У Куллера 200 на 200. О, хорошо отбился кольцом. И тишина. Не попадает Килсон. Хорошо. На, нахуй. Там два тотема, что ли, стояло. Жестко. Еще можно было фраг делать. Да, сейчас будет фраг. Бах, на. А по респаунам. Даже не попытался Куллер по респаунам прогнать почему-то. Хуйня какая-то. 2-0. И вальяжно бегает. Не попадает. Шарф сейчас включит. Что-то мельтешится. И тут с ракет, блядь, сейчас распиздошили. Чё мельтешился? Хер его знает. Просто так фраг подарил. Ну, как бы видно то, что Куллер... ну, сильно вообще даже не напрягается. И вот постоянно перестрелки, смотрите. Тут уже невыгодно Куллеру сражаться. И стреляется до конца. Хороший подлов от этого, от Килсона. 2-2. Вообще просто так два фрага отдал быстро. И тут начинается, блядь, порка рейлганом. Пролига, блядь. Полный контроль карты у Килсона. Все спокойно, все тотемы побил Куллеру. Отдал релган, конечно, Куллеру сейчас просто так, но ничего страшного. Увидел ножку. Так. Красный лежит. И опять все равно контроль Килсона. Дефолтный не попадает. Опять ролган почему-то. Хуйня какая-то. Хорошо. Килсон. Попал ролган, сразу отходить. Преимущество есть. Сейчас один фраг сделает, наверное, и начнется пиздейшн по респам. Пока просто контроль карты идет. Делей красного. Заделейл. Посчитал 55. И сейчас мигулька. И он туда успевает по таймингу. Ой-ой-ой, хорошо. Ух, по таймингу Куллер ворвался. Но тут ракеты, блядь, слишком жесткие у Килсона. Без шансов. И все, преимущество на один фраг. Куллер начинает ломиться с машинкой. Против Релгана, супермашинки.
Да, и получает пиздюлей. Это не работает. Опять начинает ломиться с машинкой. Просто с первой машинкой. И дефается. И Кильсен его опять прессингует. Потерялся Кильсен с этим, с армором. И спокойно опять будет сейчас с третьего этажа рейлить. Потому что понимает, что нету кулера Релгана. На. Забрал кулер Релган, но получил демейдж. Опять килс в преимуществе. Ой, ой, бля. Жесткие ракеты опять. Третий раз подряд с ракет просто распиздошивает кулера. И 5-2. Просто уничтожение. Нет никакого как бы напряжения от кулера. Он просто напрягает то, что с машинкой бежит вначале. Вот вот так. То с шафтом, то с машинкой. И получает пиздюлей. И по респам. Да? 6-2. Бать его хуярят. На. И опять он бежит с машинкой и получает пиздюлей. Везде Килсон штрафует его, просто везде. Сейчас, скорее всего, будет убивать. Просто уничтожение какое-то, блядь. Везде штраф. Стрельба, конечно, у Килсона очень жесткая. Ебать. Все залетает, просто все. Стрейфи, не стрейфи. Жестко. Но кулер видно, как бы это, блядь, делает какую-то дичь, нах, на самом деле. То с машинкой ломится, то, блядь, телепорты заходят. Хуйня какая-то вообще ненормальная. Просто бегает по карте кулер. О. Бах. Без шансов. 9-2. Давай, Антон, покажи хоть что-нибудь. Хотя что тут уже показывать? Уже надо готовиться на вторую карту. Тут уже нечего показывать. Тут уже, блядь, нарейлили. Вся жопа, блядь, в этих, нахуй. В иголках. От Релгана, блядь. Дырках, блядь. 11-2. Бать боль. На. Как он его наказывает, конечно, за каждый прыжочек. И по респам сейчас. На. Бать. Попа боль, блядь. Жестко. Right, it's a victory lap now. He's just showing off. Give us one more swap.
Вертухи уже, блядь, выебоны. 12-2. Вот так закончилась первая карта. Про линги, блядь. Это, конечно, больно смотреть. Так, Карапт. Вайзер против Рейнджера. Блять, ну Карапт эти Вайзер, но я думаю, это вообще бесполезно. Персонаж. Ну просто бесполезно. Полная хуйня. Кулер так на отъебись, что ли, напикал. И вот он гонится за ним зачем-то. И Килсон его просто шафтит за счет, блядь, шафта. И позиция, блядь, идиотизм, нахуй. Так просто так кулер отдал фраг бредово. Килсон сразу руки джампами, чувствует, блядь, то, что там нет такого сопротивления, можно давить. Что это такое было? Кулер... А, Килсон подумал то, что он Галена, хотел тотем, наверное, кинуть. Кулер чуть не дамажил с машинки. Не знает Килсон, насколько этот, появится армор, из-за этого сдох. Даже на таком уровне, вот смотрите, даже на таком уровне игроки не знают, когда точно появится армор, стоят на месте и сдыхают. Бред. Это, к слову, о том, что, говорят, про игроки хорошо считают. Считают-то хорошо, но не все. И вообще считают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут Килсон делает за счет сферы. И зажимает себя кулер. Сейчас с шафтом сбреет. Почему Килсон не пошел добивать его, я не понимаю. 2-1, сейчас 7 секунд до миги. Видите, позицию занял и держит ее. Попытается... ракетку дать на миге. Нет, не успел. И здесь уже опять позиция. И здесь будет ракетами забивать сверху. На. На. Ой-ой-ой, блядь. Больно-то как. Но опять же, у кулера красный. И он преимущество. Сейчас внизу армор появляется. Потом мига. Просто так отдался опять сейчас. С респа наломился. В ответку с респа. И драка за шафт. Ой, хорошая ракета. Пиздец. 5-2. Что-то вообще бред какой-то творится. Просто отдача фрагов от кулера. И опять вот, смотрите, бежит на шафт, блядь. Просто с машинкой. На что расчет? Я хуй его знаю. Все, сдох. 6-2. 7-2. Ад. Ад какой-то происходит. И опять с респа бежит шотгану. Может убить. Нет. 8-2. Но дамейджа очень много дал с шотгана. И пока просто отдача идет. И Килсон спокойно на 6 фрагов. Как бы делал себе задел и отходит. И пользуется шафтом. Задавил, задавил Кулерова. Машинкой, блядь. 8-4. Сражаются. И Кулер теперь на контроле. Сейчас посмотрим, как Кулер будет на контроле что-то придумывать, делать. Хорошо, 2 секунды на беги. Уже отыграл 5 фрагов. 4. Так. 8-6. Сейчас надо Килсону драться за красный.
Нет. Пять секунд до миги. Давай, 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 беги. Хоп, хоп, смотрите, как аккуратно. Ноль дэмэйджа получил. Забрал спокойно девайс и сейчас будет опять пушить. Два фрага можно делать. И контролирует карту спокойненько, аккуратненько. Оп. Только сейчас на красный опасно идти, сейчас нахватается дэмэйджа. Фух, да, поебало, блядь, дали сферой нахуй. Две ракеты, сферу, блядь, разорвал лицо. Это, к слову, о том, то, что вайзеры бесполезны на этой карте. Без 6. Бать, порка нахуй идет. Кулер опять стреляется на машинках против супермашинки. Это уже невыгодно, как бы. И когда у тебя контроля нет. О, и с респа убил. Идиотизм, блядь, конченый. Не должно быть такого. 10-7. Тишина, затишье. Тут Килсон занял позицию, стоит, принимает шафтом. Смотрите, какой молодец. Ух, ну тут мега появилась, и за счет миги кулер убил его ракетами. Но позиция у Килсона хорошая была. Перестрелка, перестрелка. Килсон пушит, за счет сферы убивает. После сферы 50 хп осталось и добил ракетой. Жестко. Вот оно все преимущество по персонажу. То есть один может сферу дать и нанести 175 урона, второй может просто просветить, блядь. То есть ничего, по сути, не может сделать, потому что карта маленькая. Нет смысла в просветке. Хорошая ракета. Все равно делает фраг. 12-8. Бивать боль. Он еще с зумом тоже стреляет. Килсон, оказывается, шафта. И постоянно драки, 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 драки какие-то, блядь. Ебать. Ой. 14-8. Ад. Творится просто ад. Мясовуха дикая. Каждый с респа, блядь, друг друга пушат нахуй. Кому повезет. То есть это ненормальная игра. На турнире так играть 100% не будут. Ну то есть видно, понятно, то что людям похуй на эту про-лигу. Даже самим этим игрокам. Та игра, которую мы заслужили, называется. О, кулер сейчас красивый мув делает. Сначала арморчик маленький, потом красный. И пошел пушить. Сейчас еще... все, смотрите, зумом стреляют. Что кулер, что Килсон. Килсон много дэмэджа нанес, но тут 14-12. Контроль карты у кулера. Сейчас кулер сам себя зажимает, потом пойдет в узкий проход, но, наверное, пиздюлей получит. Да, неправильный выбор оружия, надо было давить. Я отдал красный, сейчас ремня дадут. Засолят. Да? Пиздец. Надо было сразу на красный идти. Да он сделал... Сам себя зажал. 15-12. Минута до конца. Килсон на контроле. Теперь все повторяется. Теперь Килсон зажимает себя, но тут кулер не успел на красный пробежать. И все. Тут уже пиздарики. Килсон будет убегать. Три фрага вот этих. Он будет как бы сейвить игру. Он выигрывает. Принимает бой. Кулер на врыве ворвался с просветкой. Может убить. Нет. Тут мега достается Килсону. И Килсон просто разъебывает голову ему. И тут опять красный. Ой, маленький арморщик. И на красный. Тут уже деф пошел. От дефа игра.
О, хорошая ракета. Четыре фрага. 20 секунд. Нереально. Kilsen stops the bleeding in a couple of minutes' time, and that's it. And Kilsen fought fire with fire every step of the way. На, It would have been easy for на. him to go right on the defensive, but if he did that, Cooler would have walked all over him. Кулер последний фраг делает. That's a Фраг почета. mixture of one hand 16-13. Kilsen's experience running through, and on the other hand, Такая игра от обоих игроков такая вальяжная, мясная. Ну то есть 16-13, ну что это за счет? Говорит, хер пойми. Сейчас третью карту будем смотреть. Айзен против Строга. Ну, Строг быстрый, короче, на этой карте. Айзеном надо как-то табуретки поставить. Кулер сразу нападает. У, хороший врыв. Хорошо. Мигу отдает. Так, полный контроль карты у Кулера. Тут табурет-то много наносит. Жесть, табурет нанес. Надо было дальше прессинговать. Рейлгана нету Кулера. Здесь шахт должен лежать. И рейлган. Шахта нет, тот забирал. Вот он шахт. Кулер его... Ой, Килсон его подловил в узком проходе. И наказывает на респауне. То есть Килсон такой себе уверенный. А Кулер вальяжно бегает по карте. То есть ему похеру. Проиграет, он выиграет. То есть он набрал себе сколько определенных очков для финальной части турнира. Для лана, точнее, вот так. Табурет, табурет. Хорошие стрейфы от Кулера. Фух, нормально ракетами раскатал. Но тут 7 секунд до миги, и Кулер пытается его как-то поймать на респауне. Ой, Килсон врывается. И размен. У кого респаун лучше? У Кулера лучше респаун. Сейчас посмотрим, как он этим воспользуется. Хорошо, там шафт остался лежать. Но мало демейджа дал. Тут жужелица очень быстро летает. Давай, давай, давай. И у Килсона опять преимущество. За счет еще вот этих вот, вот этого демейджа, сколько он всего дал. Ой, хорошо, Кулер, столько демейджа попал. Тут на шафте резает, сейчас Кулер будет рваться. Вот, 100%, да, вот он врывается. Опять с машинкой со своей, прям хочет, и опять и машинка, машинка. Машинист, что ли? На всех картах с машинкой просто воюет. Эх, чуть-чуть не попал. Запускаю эту комету свою, Звездных Войнов. Не попадает Килсон. И сейчас надо отдавать красный. Да, он так и делает. Счет 3-3. О, запускает. Ой, хорошо, минус Килсон. Да? Респам, Кулер. Он не знает респауна, боже мой. Он знает там дефолтный, наверное. Хорошо, Килсон. Попал. Рокет джампа Кулера, как всегда, на высоте. Сейчас красная. Полный контроль карты у Килс... Ой, у Кулера. Со второй попытки, как всегда, получается рокет джамп. Постоянно зумит. Кулер постоянно зумит. Шафта. 4-3. Килсон просто играет такой, ну, штрафует. Ебать, сам себя-то не убей, нахуй. Дед слепой уже, бля. Стены бьет. Бьет челом. Фу, ебать.
Килсон похож даже на этого героя, на жужелицу. Так, такой же, сука, противный. И кричит. И рейли также. Хорошо, 5-3. Куда ты побежал-то, Антон? Потерялся? Сейчас, сейчас красная появляется. Шафт. Ух. Минус Килсон. 6-3. Комета. И дерется с машинкой. Отвоевал с машинкой мегу просто. А это Килсон. Услышал то, что внизу армор забрал. Блять, постоянно попадает Килсон с Релгана. Три фрага задел. Как бы можно вообще не париться сильно. Играть как бы от дефа, просто контролировать. У тебя контроль, играешь как бы от контроля. Тогда уже. Перешафтил Килсон. Просто перешафтил. Стреляет, конечно, Килсон с Релганом, что шафта пиздец, будь здоров. Бля. Ух, чуть-чуть не попал. Пиздец, тут должно быть Килсону, да? Поверил в себя, 7-4. И Килсон понимает то, что пока там кулер ХП не отожрет, он не придет на мигу, можно на мигу забирать. Да, он так и делает, 7-4. Как ты... Минус кулер, пиздец. И за счет позиции, просто за счет позиции Килсон его ракетами забил сверху. И тут теперь уже полный контроль карты у Килсона. Сейчас начнется ад. Сейчас тут Релган возьмет еще, да. И жужелица больше, как бы, быстрее ездит. И начинается пиздейшн. Ебать. И это еще при том, то, что они по респам не гоняют, прикиньте. А что бы было, если бы они по респам гоняли? То есть тут не гоняют вообще никто никого по респам. Даже, ну, не штрафуют на респауне. Один раз только Килсона штрафанул на респауне кулера. И нападение производит, блядь. Старый К, нахуй. И 8-6 задавил. Ебать, глаз. Неправильный выбор оружия. Захуярили шафтом. Ебать. Поджига, блядь. На, опять с шотгана расхуярил. Врывается, смотрите, Килсон. Ебать. То есть вообще похеру, просто ворвался с респа, с ракеты и убил. Такого никогда бы не было на нормальном чемпионате. Просто никогда. Это Пролига, это такое себе уже. Когда игрокам уже тошно играть, только бы доиграть побыстрее. Вот так. 9-9. Ну, мясная игра. Что Карабт там... Почти 30 фрагов сделали на двоих. Что здесь? На. То, что нравится в Килсоне, он дефолт и почти все попадает. Но он... Как бы может тильтануть с нихуя там. Такой припадочный. Попал. Вычисляет кулера.
Такой шнырь, пиздец. Тишина, тишина. На нахуй в глаз. Добивай кулер, Антоша. Какой ашафт? Ашафт, ёптать. Неправильный выбор оружия. Сейчас мог убить вообще сначала в ебало. Дал ему ракетой на минус 100. И я дальше ракетой начал стрелять. Поэтому, блядь, ничего не получилось. Не падает, блядь, ни кулер, ни Килсон. И сейчас примерно равные стеки, но у кулера контроль карты. Вот, после этого ролгана можно красный забирать и просто искать жужу. Давай, Антон, ты можешь задавить его сейчас. Ну... Давит. Этот уже спиной умеет кататься на этой хуете. Хорошо отдефался. Что армора наел и опять занимает позицию. Молодец. Не успеет кулер на мигу. Ух, хороший релган от Килс. Ой, от кулера. Еще релган от кулера. Нихера кулер попадает. Та-та-там. И кулера убивает его. Нормально. 2-1. То есть, ну вообще без напрягу. Да, и пинги 55 против 15. Это ненормально, когда так играешь. И когда ты говоришь, что это нечестно. Буржуи тебе пишут, админы сами пишут. То есть... Вы СНГшные, вы привыкли к пингу, так что не судьба, придется играть. Вот так. А Килсон сразу, я не буду с такими играть, с таким пингом играть с большим, потому что я не привык. А СНГ и русские игроки привыкли. Поэтому как-то вот так. Что за ересь? Вы просто привыкли, вы играете с таким пингом. Конченная херня.